Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений для любого региона страны. Какими преимуществами могут воспользоваться химкинские предприниматели, рассказали на бизнес-встрече. Торгово-промышленная палата городского округа и представители Государственного банка сообщили о специальном проекте финансирования. В конце прошлого года Минэкономразвития запустил программу льготного кредитования. Программа года. Почему? Потому что реально программа позволяет получать заемные средства по ставке 8,5%. Для малого и среднего бизнеса, ну, на мой взгляд, это очень хорошее предложение. И в первую очередь, конечно, эта программа рассчитана для поддержки стратегических и приоритетных отраслей. Вот, в основном это проекты, связанные с производством, с услугами, вот это не торговля. Также финансирование по низкой ставке будут выделять наукоемким предприятиям. С начала весны программой льготного кредитования воспользовались уже десятки компаний. Только Промсвязьбанк рассчитывает выделить порядка 10 миллиардов рублей для своих клиентов. Администрация муниципалитета также помогает малому и среднему бизнесу. В рамках муниципальной программы «Предпринимательство» в городском округе Химки из бюджета выделяют 6 миллионов рублей ежегодно на субсидирование. Редактор